Внимание, магистрали, начинаем измерение по первой программе. Идет сигнал синус 2Т. Выставляем диаграмму уровней в канале видео. Плохой.
Внимание! Идет сигнал 3А с насадкой 1,2. Измеряется нелинейное искажение на уровне черного в канале видео. Время измерения 2 минуты. Внимание! Идет сигнал 3Б с насадкой 1,2. Измеряются нелинейные искажения на уровне белого в канале видео, а также измеряется амплитудно-частотная характеристика канала видео.
Внимание! Идет сигнал 3А с насадкой 4,43. Измеряются нелинейные искажения на уровне черного в канале видео, а также амплитудно-частотная характеристика канала видео. Внимание! Идет сигнал 3B с насадкой 4,43. Измеряются нелинейные искажения на уровне белого в канале видео.
Внимание! Идет сигнал синус 1Т. Измеряется форма видеосигнала и время нарастания фронта.
Внимание! Идет сигнал номер 1, 50 Гц. Измеряется форма видеосигнала с частотой кадров, амплитудно-частотные характеристики канала видео. Время измерения 3 минуты. Внимание! Приступаем к измерению амплитудно-частотной характеристики в канале звука. Проверяем уровень диаграммы в канале звука. Слышь, Лен, что я, может, что в этой жизни не понимаю? Может, с этим гнездом чего? Тут смотри, я вот сюда вставляю уровень, какой должен быть? Ну, какой вы?
Еще раз проверяем АЧХ к анализу звука. Частота 60 Гц. Сто герц. Двести герц. Четыреста герц. Два килогерца. Четыре килогерца. Восемь килогерц. Десять килогерц. Двенадцать килогерц. Четыреста герц, четыреста герц.
Внимание, приступаем к проверке шумов в канале звука.
внимание, видеотаблица с испытательной строкой, а также измерение в канале АЧХ. Еще раз проверяем АЧХ в канале звука. Частота 60 Гц. Сто герц. Двести герц. Четыреста герц. Два килогерца. Четыре килогерца. Восемь килогерц. Десять килогерц. Двенадцать килогерц. Четыреста герц, четыреста герц.
Внимание, еще раз проверяем АЧХ шумов в канале звука.
Внимание, идет ГЦП и нагрузка по звуку. Четыреста герц, 400 герц. Измеряем шумы. Thank you.
Внимание! Проверяем очко видеоканала, а также видеосигнал. Еще раз проверяем АЧХ в канале звука. Внимание, магистрали! Сейчас пойдет таблица со строкой. На этом измерение окончено.
Здравствуйте. В эфире новости Останкина из Москвы, в студии Сергей Шатунов. 26 партий и блоков зарегистрированы к данному моменту в Центре избиркома и имеют возможность официально заниматься сбором необходимых 100 тысяч подписей своих сторонников. О ситуации с выборами к этому моменту чуть позже, а пока о других темах этого выпуска. Эдуард Шеварднадзе вылетел в Западную Грузию поддержать наступательный порыв правительственных войск. Через день после опубликования указа о земле отпущены цены на хлеб в Москве. Оказывается, не все места в столице пригодны для строительства жилья. В Брюсселе возводится архитектурный комплекс новых административных зданий Европейского сообщества. По мнению лечащего врача Фредерика Феллини, надежд на благополучный исход для маэстро нет. Сегодня завершен важный этап избирательной кампании. Центр избиркомом рассмотрены все поступившие заявки на регистрацию кандидатов в депутаты по общефедеральным спискам.